Прочитайте малышу стихотворение. Кактус говорил прохожим: «Я на ежика похожа, тоже круглый и колючий, просто очень невезучий. Посмотрите, чем не ежик? Ну и что, что я без ножек? Ну, зеленый. Ну так что ж, может, я зеленый еж?» Расскажите малышу о кактусах. И если дома у вас в горшочке растет это комнатное растение, обязательно покажите, как о нем вы заботитесь. Не забудьте рассказать о многообразии мира кактусов, о родине, где они произрастают. И если вам удастся, обязательно покажите цветущий кактус. Они такие необыкновенные –